улице вот такой ливень хлещет. Просто потоки сплошные, как вы видите, на луже. А я возвращаюсь из леса с полнёхоньким ведром грибов. Я ушла, все равно был маленький дождик, но я думала, что он будет маленький. И поэтому пошла. Думаю, что не растаю, не размокну. Вчера день прогуляла, просидела на реке, вчера дождя не было. Думаю, надо это самое реабилитироваться. Надо свою норму сорвать сегодняшних грибов. И я их сорвала. Сейчас вот я их буду сушить, конечно, для сушки я их собирала. В общем, я пошла сегодня, ну, как бы, хорошо одетая, и я не промокшая, потому что я в плащ-палатке хожу. Сейчас попробую, попытаюсь вам себя показать, как я выгляжу в этой плащ-палатке. Ну, в общем, плащ-палатка, ребята, это вещь, реально. Мне друзья подарили эту плащ-палатку уже 3 года назад. Как-то я на рыбалку брала, но сильно ей не пользовалась. Вот. А сейчас, думаю, да ё-моё, вот она, кстати, вот именно для сбора грибов в такую погоду очень подходит. Потому что сапоги ничего не набираются, она длинная и, в общем-то, прекрасно. Сейчас я себе покажу, как я выгляжу в ней. Вот. Вот такой человек, это я. Видите? Ну вот и капюшон, она же резиновая или брезентовая какая-то, она не промокающая. Она снизу, я вот просто сейчас попробую как-то показать снизу. Она очень длинная, ну, в общем, до самых сапог, ниже туда почти что до земли. И поэтому мне прекрасно и замечательно. В общем, все. Пока-пока, пошла домой грибы перебирать. Ну что, 1:15 со всеми дорогами туда и обратно. И вот огромное ведро. Слышите, какой ливень поливает? Это я под таким ливнем. Вот мой спасатель. Вот этот плащ-палатка, в которой я ходила. Я абсолютно сухая, понимаете? Вообще такая классная вещь. Ни в сапогах, нигде. Все сухо. Все, короче, вся одежда, которая под плащ-палаткой была, вся сухая. В общем, благодарна я этим людям, человек, который мне подарил вот этот самый плащ-палатку. Много уже годов назад. Ой, какой ливень идет. Давайте хоть просто заглянем вот туда. Выгляну я уже теперь со своей крылечка. Вот он такой шел, понимаете? Вот он такой, блин, брызгает. И идет вообще, когда не надо называться. Начи, я говорю, когда тебе не надо. Видите, что творится? Видите, вот там еще у меня ванна, она просто полнеженька вся. А что теперь, куда едут? Вода теперь это не нужна. Все, ребятки, вот мое ведро. Объем работы. В общем, норма на сегодняшний день выполнена. Надо перебирать, сушить и там что, отваривать, жарить, что угодно, короче.